Здорово, чуваки! Это геймплейный обзор игры Max Payne, снятый специально для сайта ee-transformer.com. Итак, нажмем «Возобновить игру». В начале игры слишком много роликов, и поэтому мы уже начали игру и начнем вам показывать сразу все действие. Управление в игре осуществляется таким образом. У вас появляется два джойстика, один за бег отвечает, а другой за поворот экрана. Видите, какая офигенная озвучка, все на русском. Игра просто шедевр. Я сразу вспоминаю свою молодость, как я в нее раньше играл. Это, наверное, был класс пятый, когда она вышла. И вот эти ублюдки несчастные, сейчас мы их замочим всех. Они даже не успели среагировать. Это не Макс Пейн, это Чак Норрис. Так, мы бежим. Вот бы сняли, скорее бы, фильм «Неудержимый» с Максом Пейном. Вот это был бы настоящий улет. Итак, нажмем «Замедлить время», «Прыгнуть» и стреляем. Он даже тут нам помогает и периодически сам прицеливается. А вот в этот раз что-то он не прицеливался. А это все идет в замедленном времени еще. Очень офигенно. Как я напомню, эта игрушка, когда вышла, она всех зацепила тем, то, что тут можно было замедлять время и мочить своих врагов в прыжке, словно вы герой Матрицы. И вот мы проходим, это первая миссия, ну, естественно, после того, как он у себя дома обнаружил, что его семью убили, и он отправился на поиски своего друга. Так, тут много врагов, сейчас мы прыгнем под метро, и нас разнесло. Да-да, я любил так делать, я был жестоким ребенком. Станция была окутана мраком. И мы опять начали с того момента, на котором начался наш обзор. Ну какая графика? Графика тут на уровне 2000-х годов, конечно, но если учесть то, что это мобильное устройство, графика на высоком уровне. Ну, собственно, вот такая вот отличная игра от Rockstar Games. Качайте ее, вы не пожалеете, и, возможно, вы поностальгируетесь и вернетесь в свое детство.